Так, на улице дубак, 30 градусов. Говорят, что иномарки не заводятся при минус 25. Сейчас посмотрим, заведется или нет Лада Гранта. Здесь показывает минус 26. Но это неправда. Нажимаем сцепление и поехали. Завелась. Стекло промерзло, замерзло, инеем все покрылось. Нажимаем на кнопочку подогрева лобового стекла. Будем ждать. Так, пока камеру выключу, потом скажу, сколько минут прошло. Прошло 5 минут. Автоматика выключила подогрев лобового стекла. Вот мы его снова включаем. Стекло пока еще вообще далеко от оттаивания. И хочется сказать про аккумулятор, про зарядку. И вообще про эксплуатацию зимой автомобиля. Так вот, многие удивляются, почему в один прекрасный момент утром они выходят, и машина у них не заводится, аккумулятор оказывается севшим. Часто это происходит, когда человек работает в офисе, в конторе. Машину используют для просто, чтобы добраться до места работы. Когда дело в том, что когда аккумулятор холодный, он очень плохо принимает заряд, вообще мало. И вот человек выходит утром, заводит машину, аккумулятор отдает энергию, он доезжает до места работы. За это время аккумулятор, конечно же, не успевает ни прогреться, ни получить заряд. Потом целый день эта машина стоит там около работы, вечером он опять выходит, опять заводит, едет до дома, аккумулятор опять отдает свою энергию. И вот так может продолжаться несколько дней, в зависимости от состояния аккумулятора. То есть аккумулятор все отдает, отдает, отдает при таком режиме езды, ничего не получая. И в одно прекрасное утро машина не заводится. Вот такие дела. Так, прошло 7 минут. Стекло еще не думает даже оттаивать. Ладно, ждем дальше. Автоматика пока еще не выключилась. Ну вот, я решил помочь, направил теплый воздух на стекло. Пока изменений нету. Прошло минут 9. Так, вот появились изменения, вот здесь вот граница, здесь нету проводов, поэтому вот граница видна, здесь вот все заморожено, а здесь уже начинает оттаивать. Такая же граница, вот здесь есть. Так, вот автоматика опять выключила подогрев. Зачем выключает? Стекло ж холодное. И вот если присмотреться, там снаружи идет пар, то есть вода испаряется. И со временем, казалось бы, вот этот сухой лед, он просто испарится. И не надо ширкать этими пластмассками, щетками. Ну вот, в три подхода включения вот этой волшебной кнопочки. И по минутам, если посмотреть, прошло 12 минут где-то. Вот, все, можно ехать.